Создать структуру предложил исполняющий обязанности губернатора Вениамин Кондратьев. Ведомство также будет следить за исполнением всех законов. Подчиняться управление будет лично главе региона. Также во время выступления Вениамин Кондратьев озвучил приоритеты, которые будут учитываться при формировании бюджета на следующий год. Самое главное, что нам предстоит сделать, это максимально адаптировать бюджет следующего года к социальным нуждам. Пересмотреть приоритеты. Поставить во главу угла потребности людей. Безусловно, наш бюджет социально ориентирован. Его большая часть, 70%, идет на социальную сферу. Но уже сейчас я понимаю, что за этой, казалось бы, большой цифрой тысячи нерешенных проблем. Сегодня надо чуть-чуть развернуться в сторону реальной жизни. В сторону реальной жизни горожан, селян. Давайте заявлять то, что сможем сделать. И внемлем просьбе людей. Не надо их кормить обещаниями или попросту обманывать. Сегодня же законодатели в первом чтении приняли законопроект об основных направлениях промышленной политики в регионе. Глава края во время дискуссии с депутатами заметил, что для развития промышленного сектора на Кубани необходимо создавать механизм государственно-частного партнерства.